Вот у нас дебютанты. Юля, Роланд, our friend from Ghana, student. How do you like this tournament? Yeah, it's interesting and I'm beginning to like it. You're welcome to come every Sunday. Так, вот Рома прошел сегодня финальную часть. И Игорь Магилатов от спецслужб, ветеран, прошел в первый финал. Сегодня хорошо сыграли. Евгений, наш гость из Бийска, отлично играет. Женя тоже в финале. И девчата. Будет борьба интересная. Витя Ларьков тоже прошел сегодня в первый финал, заслужил. Спасибо, спасибо. Занятия с генералом Байбаковым дают себя знать уже. Но Слава, как всегда, первое место. Ракеточка ему вернулась, которую он выигрывал, Красноярский край. Да, вот она. Вот она, счастливая ракетка. Все. Ладно, будем рассказывать.